82 года на страже порядка на дорогах. 3 июля – годовщина образования госавтоинспекции. В главном управлении собрали для поздравления инспекторов, по крайней мере, тех, кто не занят на дежурстве. Гибель на дорогах на территории нашей области уменьшилась. Количество дорожно-транспортных происшествий также уменьшается, и огромная заслуга в этом как раз ваша. Поэтому я благодарю вас, личный состав, за столь успешное решение задач в области безопасности дорожного движения. Инспекторы трудятся в любую погоду и время суток, но основная сложность даже не в этом. Работать приходится с людьми. Не каждый нарушитель адекватно реагирует на замечания человека в форме. Главное правило госавтоинспекторов – вести себя достойно при любых обстоятельствах. Погоны – это ответственность. Будни или праздники – неважно, они всегда на посту. Как и во всех профессиях, работа на работе, дом дома, семья – самое главное. Но, тем не менее, даже вне служебное время стоит как бы помнить и вести себя соответствующе, и в первую очередь соблюдать правила дорожного движения. Инспекторы ГИБДД – это не только те, кто работает непосредственно на дорогах, как это было 80 лет назад. Меняется дорожная обстановка, меняется и ведомство. Теперь есть специальный отдел, занимающийся автоматическими средствами фото-видеофиксации и центр пропаганды. Ведь, как известно, лучше предотвратить нарушение, чем разбираться с его последствиями. Инспектор на дороге работает с людьми, и мы также работаем с людьми, и самое главное, мы работаем с детьми. Очень ответственная работа, потому что ребенка нужно научить, убедить, привить навык безопасного поведения на дороге, потому что это наше будущее, и от того, как правильно мы научим ребенка, какие методические свои рекомендации мы дадим педагогам по обучению детей, такие наши дороги будут в будущем. Отделы разные, общая цель – навести порядок на дорогах. От этого зависит не только благополучие граждан, но зачастую их жизни и здоровье. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.